принимает маршал Советского Союза Рокоссовский. Командует парадом генерал-полковник Артемьев. Товарищ маршал Советского Союза, войска Московского гарнизона для парада в честь международного праздника 1 мая построены. Командующий парадом генерал Артемьев. Офицеры армии флота, генералы и адмиралы, трудящиеся Советского Союза, от имени и по поручению Советского правительства и Всесоюзной коммунистической партии приветствую и поздравляю вас с международным праздником трудящихся, днем 1 мая. Сегодня народы нашей Родины после тяжелых и суровых лет войны встречают 1 мая в мирной обстановке. Советский народ может положиться на свою армию, на свой флот и на свою авиацию. Закаленные в боях вооруженные силы Советского Союза и впредь будут надежным оплотом всеобщей безопасности, верным стражем государственных интересов и мирного труда нашего народа. Да здравствует международный праздник трудящихся 1 мая! Да здравствует великий советский народ! Слава доблестным сухопутным войскам, военно-морским и военно-воздушным силам Советского Союза! Слава партии Ленина Сталина! Да здравствует советское правительство! Да здравствует наш мудрый вождь!